Так. Еще одна фигурка. Это получается из людей X, по-моему. Сейчас посмотрим. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Большая такая подставка. О, да. Это тень. Вот она с такими чешуйками синими. С обратной стороны. Интересно, здесь она такая вот злая получается. Ну, вот злится. Прикольно нарисованы такие глаза. Либо второй вариант. Вот такая вот она здесь. Но тут мне не очень нравится, что у нее как-то рот и лицо сделаны чуть выше, как бы на загиб. Либо какая-то ошибка принта. Вот здесь причем ровно, а здесь как бы вот так вот косо. Наверное, это ошибка, это принта немножко съехал. Почему-то мне так кажется. Но в любом случае, вот это вот я бы оставил. Так, что вот это такое? Непонятно, будем разбираться. Так, руки полностью синие. Так, одну одели. Вторую. Может, это два в одном, еще и зверь. Так, ладно, сейчас будем по остаточному принципу, значит, собирать. Посмотрим, что и для чего здесь нужно. Так, руки. Так, одна вошла. Так, отлично, руки есть. Так, вот одеваем ее волосы. Вот, получается, как раз эта тень с такими красными волосами короткими. Очень интересный вообще персонаж. Так, что это у нас такое? Это, видимо, она в руку берет, а это что? Какие-то грузики или что это такое? Может, какое-то оружие или что это? Тренажер? Ну, если тренажер, то тогда... Непонятно, может быть, это вот так одевается, вот так ставится. Сейчас посмотрим. Допустим. Как-то так. Если поставить вот как-то так, то что это будет, значит, сюда? Что это на бот держит? Понятно. Тут оружие. Да, это все понятно. Вот эта часть. Не ясно. Может быть, это чтобы ее как бы так увеличить, как-то ее повыше сделать. Но нет, сюда она не особо не крепится, это будет как-то не очень. Да, это убираем, тень оставляем по-любому. Так, вопрос. Вот с этой запчастью, значит. Как, вот эта часть по-любому крепится в руку. Скорее всего, как-то так. Вот эти части, ну, видимо, они как-то одеваются, наверное, вот сюда. Непонятно, что это. Так. Ты очень интересно вообще как-то может держаться. Либо вот это вот сюда, возможно. Вот так. Скорее всего, как-то что-то здесь гнется. Допустим, а вот это как-то вот так. Ну зачем тогда это? В руку нет, вот так. Тоже непонятно. В общем, если есть какие-то мысли, напишите, для чего это, что это вообще такое.